Найс. Не нравится ему еще, посмотрите. Хорошо, пацаны, молодцы прям. Лол. Где этот чел? О, хорош! Все, брат, успокойся, все хорошо, все закончилось. Хейо, здорово, бандиты, с вами, как всегда, Левкин. Сегодня мы отправляемся в PUBG Mobile, кейсы плюс каточки по классике. 3 или 4 дня болел, лежал с температурой, ничего не мог поделать, играл только в метрошку. Кстати, про метро, если тебе интересно, ставь палец вверх, оставляй комментарий и, собственно, сделаем по нему какой-нибудь видосик. Ну, собственно говоря, по традиции, я желаю тебе приятного аппетита и приятного просмотра. Конечно же, что еще? Небольшое отступление, и мы начинаем. Как вы уже наверняка знаете, я постоянно нахожусь в поисках новых интересных игровых проектов. Именно так я наткнулся на кроссплатформенную космическую фэнтези RPG от создателей Genshin Impact под названием Honkai Star Rail. Кстати, доступна она не только на мобильных устройствах, но на ПК и также PlayStation 5. В КСР можно стать первопроходцем и исследовать новые планеты, прокачивая своих персонажей и сражаясь с монстрами. На каждой планете тебя будут ждать сундуки с сокровищами, захватывающие истории от NPC и зловещие тайны. Шаг за шагом, подстраивая свои отряды и персонажей под окружение, можно продвигаться по уровням освоения. В игре скоро выйдет новое обновление 1.6, в котором нам добавят новую карту и игрового персонажа Жуань Мэй. Жуань Мэй – эксперт в области биологических наук. Она владеет стихией льда и следует по пути гармонии. Жуань Мэй увеличивает скорость и эффективность пробития союзников и является крайне полезным персонажем поддержки. В то же время детализированный дизайн персонажа радует глаз, а ее платье отсылает нас к китайской культуре. Каждый персонаж в игре обладает своим уникальным характером, но у Жуань Мэй он загадочен и полон контрастов. Кроме этого, станет доступен один новый персонаж – Сюэн, истощающий стойкость противников. Опробовать всех персонажей можно будет не только в зоне изоляции, которая откроется в игре после выхода новых глав сюжета космической станции, но и в виртуальной вселенной, где появятся дополнительные события и диковины. Вместе с обновлением всех первопроходцев ждут 10 звездных прыжков, которые можно использовать для получения Жуань Мэй или всем полюбившихся Блейда и Кавки, которые вернутся в игру совсем скоро. Скачивай новую версию ХСР по ссылочке в описании и скорее знакомься с новыми персонажами и локациями. Также специально для тебя вместе с разработчиками мы подготовили специальный промокод на звездный нефрит. Итак, дружище, у нас сегодня с тобой на аккаунте 20 тысяч UC и есть, как по мне, две задачи, которые нужно выполнить. Во-первых, отправляемся и хочется мне забрать МК-12, попробовать посмотреть, покрутить, что из этого получится. Давай, собственно, выясним, а где же здесь, собственно, скип-анимации. А, я понял, кнопки отдельной для этого, к сожалению, нет. Ну ладно, будем пропускать таким образом тогда. Что ж, она у нас находится на... я не знаю. Да где-то под конец она выпадет, 100%. Естественно, все будет дорожать и дорожать постепенно. Вот, все отсюда я выбивать не хочу. Но, тем не менее... МКшечку достать как будто нужно. Хорошо. Каска нам дропается, да. И мы, собственно, за 420 делаем следующий прокрут. СЛР. Пылкая дева. Уф. Какая же это все... Ладно. Так, дропнулись волосы. Ну и хорошо. Остается у нас, собственно, всего два варианта, да. Забираем МКшечку. Ну и 1400 как будто за... Да ладно, пусть будет. Why not? Так, хорошо. Качать мы ее, конечно же, не будем. Пусть она валяется у нас где-то в инвентаре. Ничего страшного. Так. С эффектом? Серьезно? Интересно. Вот это как-то прям неожиданно для меня даже в каком-то смысле. Давай попробуем. Первый раз в день, да, 10 UC. Окей. Ну и 270 за 10 розыгрышей. Я даже не знаю, дропнется ли нам отсюда хоть что-то. А. А.
А, вот так даже, да? Достаточно щедрая рулетка. Да уж. Так, здесь у нас ничего полезного я не вижу, к сожалению, кроме собаки. По остальным ящичкам не понятно. Боже. Какая же это все. Ладно. Что с игрой? В классике у нас ничего нет. Достали отсюда линейк. Все почему-то думали, что добавят АКМ, но этого не случилось, к сожалению. Или к счастью, я не знаю. Так, в пользовательском тоже как будто ничего полезного, ничего толкового. И, собственно, в ящиках вообще ловить буквально нечего. Ну, кроме, конечно же, я не знаю, можно обменять, да? А, так у нас, лол, у нас есть это такая. Зачем я его крутил, непонятно. Интересно, интересно. Так, с ПМГЦшки у нас новый фон. Есть мифики. Ладно, это чуточку позже. Давай мы отправимся пока что в рулетку для того, чтобы забрать золотой костюм, который мы, собственно, не достали, к сожалению, в прошлом ролике, да? И нам здесь нужно, кстати, 6, если я не ошибаюсь, звезд, 6 самоцветов. Давай, наверное, покрутим. Конечно же, с пропуском анимации. Блин, ну слушай, 6 это как будто много. Да. Ладно, сейчас мы выбьем один. Правильно. Ну и на этом как будто бы начинаются долгие прокруты, где нам ничего не будет падать, к сожалению. Да, так уж устроена эта игра. Ну что поделать, еще один самоцветик, да, за гарант. И нам как будто нужно еще 4, как минимум. А, нет, один мы можем обменять, ладно, нам еще нужно 3. Ага, лады. Хорошо, вернее не очень, дропнулся материальчик, уже неплохо. Продолжаем крутить дальше, остается у нас всего 3600 UC-шек. Так, хорошо. И все, что нам нужно сделать, это 5 фрагментов. Собственно, этого материала нам нафармить для того, чтобы обменять, собственно, на самоцвет. Правильно. Ну, давай еще раз. Ну, еще 2 всего лишь надо. Можно, нет? Пожалуйста, игра. Алло. Да я уже устал. Серьезно? Вот настолько... Настолько она не хочет скидывать эти куски льда. Боже. Ужас просто. Они издеваются. Ну, один. Всего один остался. Алло. Тоже... Серьезно? Сколько можно? Почему нет? Ура. Так. А, у нас, кстати, 5. Лол. Ну, что поделать. Так, давай обменяем, конечно же, один самоцветик. Да зачем один? Давай сразу же 2. Хорошо. Я даже не рассчитывал, если честно, забрать, собственно говоря, костюм из рулетки. Но, тем не менее, золотой пусть будет, ничего страшного. Ну и, конечно же... А, еще фон есть. Блин, ну фон как будто тоже достаточно прикольная штука. Е-мое. Как быть? Еще один, что ли, нафармить? Попытаться. Why not? О! Как удачно. Причем сразу 2. Nice. Ну, собственно, забираем новый фон. Хорошо, используем его. И, конечно же, сюда, наверное, материальчик. Эмоция как-то, ну, особо-то и не нужна. Так, ну что ж, давай перейдем, посмотрим на золотой костюм. А этот костюм у нас вообще, ну такое себе, да. Ну ладно, еще одно золотое платье, как будто бы, блин, деваться от них толком и некуда. Но, тем не менее, давай попробуем, поиграем, посмотрим, как это все выглядит в игре. Что ж, погнали? Уф, какие у нас тут серьезные ребята собрались. Неожиданно. А, ребятки внизу хотят пролутаться, хорошо. Я думаю, возможно, мы кого-то еще даже сможем догнать. И попилить ножом немножко. Но с нами вот прям в эту точку никого.
Так, там есть бот, а у бота, очевидно, есть оружие, поэтому, ребятки, ну, собственно, там уже с пухами будут. Плюс внизу тоже у пацанов оружие. Да, очевидно. Давай-ка попробуем забрать бота этого все-таки. Вот прям ничего не видел. Ненавижу мушку на бериле. Да, то есть еще один импик, хорошо. Это не может не радовать. Каску ему снял. Очень зря. А, ну ладно. Откуда стрельба? Теперь понял откуда. Мартоха наш откинулся, да, к сожалению. Так, ну а в локации два человека, серьезно? Лол. Ага, здесь все пролутали. А, не, все, 4 человека в локе, найс. Уже как-то даже чуть полегче стало. Так, под нами один чел. Так, нам как будто с той стороны лучше подъехать. Причем поспешить. Не туда. Так, здесь вроде как все. А, я бы поднялся еще наверх. А, один чел остался. Ну, это как будто уже можно и не искать в целом. А, внизу под нами все-таки кто-то есть. Я бы хотел, наверное, все-таки подняться. Собственно, вызвать колокол. Да, и до тех типочков внизу я бы доехал все-таки, посмотрел, так или иначе. Надеюсь, что он быстро приедет. Да-да-да, колокола, все дела. Давай поехали посмотрим, что там за типы были внизу. А, все, увидел одного. А куда он делся? Хорошо, здесь минус. Ну, мы куда там чим? Ух ты.
Еще желающие? Найс. Так, ну что, готовы отправляться дальше? Я думаю, что ничего полезного с них мы уже не достанем. А где вот наши типочки? А, они вообще непонятно где. Так, на реслоке у нас никого. Может быть, все-таки до них доехать? Why not? Они там втроем вообще? Серьезно? Ладно, сейчас быстро домчим. Ботов убивают жестко. О, нашего типочка нокнули, ничего себе. И добили еще сразу. Есть какая-то информация? А, все, я понял. Awesome. Как он вовремя развернулся, да? Тайминг прям. Что, у нас тут еще кто-то будет, нет? Ну, вообще, он окнутый валялся. В принципе, я так понимаю, на районе здесь толком больше никого не осталось из его тиммейтов. А у нас есть еще 23 типа. Да. Может быть, соберем всех наших и на общаге переместимся? Я бы такой вариант тоже рассматривал, если честно. Да боже, садитесь вы уже. Нет здесь ничего полезного. Погнали на общаге прямо залетим. Посмотрим, есть там кто-то или нет. А на общагах, судя по всему, есть. Да? Все, брат, успокойся. Все хорошо. Все закончилось. Так, патронов в авике не очень много у нас осталось, да? Пацаны, ну подберите по-братски. Что-то ребята отсюда не спешат выходить-то, да? А не, вон есть один. Блин, как попасть, я вообще не знаю. Куда там все летит? Ну ладно, ну в зону, очевидно. Так, ну ладно, нам выдают тачку, очевидно. С нами не хотят играть почему-то. Ну ладно. Сами справимся. Блин, того розового бы чувачка найти. Он за зоной явно не хочет умирать. Да, а нам нужно, по сути, только преодолеть мост, наверное. Красный только неохота взорваться. У него наверняка будет тачка какая-то. Так, давай доедем, посмотрим все-таки. Честно, я его не вижу, к сожалению. Ну ладно, будем возвращаться в зону в таком случае. А вон кто-то есть. Найс. Хорошо. Что там сам завтыкал? А, все. Я думал, кто-то стреляет. А это наш.
Хорошо, пацаны, молодцы прям. Забайтили типочков, да? Давай, помчали все вместе. Брат, повыше, пожалуйста. Мне бы очень не хотелось сдохнуть от зоны в такой момент. Но здесь у нас еще один кемп есть, по идее. Да, и все, людям прятаться толком больше негде. Они, скорее всего, будут все в полях. Но я как будто никого не вижу. Нет, вообще тишина. Окей. А, еще же есть ивент. В натуре. Так, ладно, один. Резко где-то сверху. Они вот прямо здесь. Давай доедем, посмотрим. Воздух чуть повыше надо. Будет классно. Ой-ой-ой-ой. Надо чуть повыше. Хорошо. Слишком далеко взял, я подумал, что типы пойдут пушить нас. Но в итоге что-то они как-то застеснялись. Так, ну и по людям у нас совсем немного остается, да? Какие-то 4 человека всего лишь. Окей. Да, брат, все хорошо, сейчас сделаем. Совсем чуть-чуть остается людей, 3 типа. Найс. Дайте инфу, ПЖ. Где же этот человек? Хорошо. Внизу по-прежнему мотоцикл. Так. 2 чела. Да. Лады. Так, ну этот вот мопс у нас чуть побольше соображает, чем все остальные. Наверное, поэтому он и живой, собственно говоря. Я думаю, что мы их сейчас очень быстро найдем. Оставшихся людей. Какой же уродский обзор все-таки из этих саней. Мне вообще не нравится, как они это сделали и реализовали. Даже, мне кажется, на динозаврах было то удобнее. Хотя там эти балки, конечно, меня бесили сильно. Я думаю, что и тебя бесили в целом-то. Они всех бесили. Но здесь прямо это вот ужас. Как это? Что это? Почему вверх? На дропе их по-прежнему нет. Где они? Брат, последним патроном.
Не, стрельба с цене, это, конечно, ужас просто. Что они, кого они там искали? Где? А, я понял. Они смотрели наш кемп. Окей, у чувака тоже был авик. Хорошо. Ну, неплохо, слушай. Неожиданная какая-то развязочка. Я уже думал, все. Убрал случайно пушку. Да. В общем, как-то неловко все вышло, но тем не менее. Так, ну что у нас тут? О, мопсик 12 киллов настрелял. Красава прям. Так, снова с нами мопсус. Он говорит, не падать в центр. Куда-то он хочет в другое место. Ладно, давай последуем за ним, посмотрим. Тем более, что с домов мы толком-то никогда и не начинали. Так, ну что? А, через это окошко мы явно не залезем. Опухом у нас что-то уже есть, хорошо. Меня это не может не радовать. Слышу человека какого-то. Я думал, там дело больно, да? Приятно, согласен полностью. Так, у нас типочка убили, к сожалению. Можно только немножко пособолезновать ему. Ладно, нам самое главное это с мопсом какую-то связь держать. У нас вроде как получается играть вместе. Это ничего страшного. Так, хорошо. Где убили нашего типочка? Вот вопрос. А, ну слушай, тут прям хороший такой замес, да? Надо подходить 100%. Офигеть, тут настреливают. Чё так жестко? А, слушай, он внутри. Кто-то здесь еще есть. О, найс. Так, ладно, там боты. Опа. Сюда. Это нам надо. Отлично. Как будто спине еще кто-то топал, понимаешь? Сидят два зеблика. Давай запрыгнем, наверное. Думал, не хватит. Уже даже расстроиться успел немножко. А, нам нужен этот снежный, я не знаю. Снежный, я не знаю что. Так, 6 типов Локи. Пойдем, куда он там нам говорил. Так, где еще человеки какие-нибудь? Так, то еще 4 осталось. Ага, я понял. Я вижу верхнего, если что. А,
Awesome. Так, кто-то сгорел, да? Nice. Awesome. Thanks. Да боже, сколько у вас там команд. Так. Ух ты. Давай-ка поехали. Я знаю, брат. Хорошо. Он успел ангашку разолтать, я так понимаю. Действительно. На, брат, иду. О, есть авик, найс. Опять у нас подобный сетапчик собирается, да? Судя по всему. Так, ну и все, мы здесь остаемся вдвоем буквально. С мопсиком. И, собственно, готовы выезжать, наверное. А что там пацаны делают? Мне вот интересно. Где они вообще? На ферме? Ок. Брат, ты бы пересел, наверное. Не хочу я, чтобы ты за меня держался, во-первых, как-то это не по-мужски. Во-вторых, ну, ты хотя бы стрелять сможешь. Не? Ладно. Дело твое. Но стрелять, тем не менее, если тебе вдруг придется, ППХ у тебя... А, у тебя есть ППХ? Что, найс. Это же импик? Да, это вроде как импик. Ладно, будем надеяться, что он сможет пострелять. О-о-о! Нашего текучка нокнули. Блин, ну нам столько надо пролететь. В теории мы можем его вызвать вообще. Как же нам теперь его найти-то, этого типа? Ага, вижу. Где этот чел? О, хорош! Awesome. Просто мужчина. Слушай, можно было не слезать сверху, я так понимаю. I'm recalling a teammate. Form up on me. Thanks. Так, помчали. Блин, хорошо, что мопсик у нас понимает игру хотя бы. Это прям не может меня не радовать. Слушай, ну в файте просто он забирает двоих типов, а я одного. Даже как-то непривычно. Но меня это радует. Спортивный интерес просыпается, да? Так, можно чекнуть общаги. Я не знаю, стоит ли нам ехать вообще за этими типами. Да, там, где нас убили. Ой, там, где нашего типочка убили. В теории мы можем вернуться и отомстить, так сказать. Но это опять трата времени, если типы куда-то у нас, собственно, уже переместились, ротировались. Если по киберспортивному говорить. Найс, он смог. Ура. Так, мы сейчас прямо на общажке сверху. И нормально. Флайерка сзади, да? Watch out. Все-таки кто-то здесь есть.
Ага, был. Куда пацаны едут? Так, давай попробуем. Давай попробуем их загнать, наверное. Но, сможем, нет? Пацаны с нами хотят очень сильно. Так, все, все уселись, слава богу. Можем дальше двигаться куда-то. Ребятки вряд ли на рекол поехали. А, все, увидел их УАЗик. Они займут горочку, судя по всему. Все, увидел. Лол, давай, брат, ты сможешь. Боже, как так получилось? Ну ладно. Давайте, пацаны, вы сможете. Да, садитесь в сани, второе место уже занято. Ура. Они справились. А, вон, на дропе есть. На дропе есть, это хорошо. Это не может не радовать. Пацаны, садимся, едем. В сани ты садишься. Наконец-то. Он сообразил. Найс. Брат, ты уверен в своих способностях? О, УАЗик. Есть типа внизу. Все понял. Нам как будто за оленем надо ехать. Бежать, вернее. А, увидел еще там людей, окей. О, нашелся тот типочек. Найс. Я слышал тачку. И не я один ее слышал. Хорошо, есть раз. Патрам очень мало, к сожалению. И нет времени МГ перезаряжать. Куда он мог уйти? Ну, по кому-то же была стрельба. Испарился человек? Так, ну что? Наша следующая задача — это как будто забрать все-таки сани. Да. Зона так-то маленькая, конечно. Найс. Не нравится ему еще? Посмотрите, что я кого-то убиваю. Что там?
Ну-ка, давай с крыши посмотрим. Да боже, остановись! Как в тебя попасть, человек? Наконец-то. Вика. Бедолага. О, даже не MVP? А кто у нас MVP? Мопсус? Неплохо. Не, все верно, Мопсус у нас, собственно говоря, занял MVP, но... Да и ладно, я на это не обижаюсь. Я как бы на него и не претендовал, так скажем. Что ж, неплохие каточки получились. Я надеюсь, что тебе понравилось. Если это действительно так, не забывай про пальчик вверх. Ну и комментарии свои оставляй, конечно же. Там у меня вообще есть чел или нет? Хорошо. Найс. Да уж. Ну а на этом я с тобой прощаюсь, встретимся в следующем ролике, а также на просторах PUBG. Всем удачи и пока.